Самое время сменить обстановку и отвлечься от новогоднего мегаданса. Ночной клуб «Паутина» призывает своих действительных и потенциальных посетителей запутаться в своих ощущениях. Но, наверное, важны не степень или присутствие запутанности, а главное, чтобы ощущения преобладали, приятные. На месте легендарной дискотеки, именуемой в народе не иначе как просто ДС, расположился ночной клуб «Паутина». Еще одно средоточие клубной культуры. И как в любом нормальном клубе, здесь каждую, как минимум, каждую пятницу и субботу происходят всевозможные клубные шоу и программы. Показы мод, выступления популярных групп, диджеев. Насколько нам известно, группа «Аномалия» Владимира Байкова достаточно крепко здесь обосновалась и уже выступает не первый раз. Итак, то, что происходит в клубе «Паутина» через объектив камеры программы «Коза». Нарисованный мной, нарисованный.
Чтобы легче всего запутаться в своих ощущениях, нужно хорошенько набраться в баре. Кроме того, наличия очень приличного света и звука, дискотека «Паутина» может похвастаться очень приличным набором спиртных напитков в баре, что очень радует некоторых харьковчан, наверняка.